Да, и мне тоже. Мне клубничка больше нравится. Угу. Не, она тоже вкусная. Всем здравствуйте. Сколько времени? Времени? Что за маска? Не знаю, какая-то маска сахарная. А, без 5:09. Привет. Всем привет. Давайте перекличку. Я тащусь с тебя. Я с себя тоже тащусь. Как-то так. Как тебе дыня? Мне дыня не очень. Угу. Вот она вкусная. Клубника. А? Клубника? Угу. Ты сама чувствуешь, что меняешься? Конечно, да, чувствую. Я взрослею, года идут. Это так мило, миласики. Ну да, кто еще у меня? Ты офигенная, спасибо. Так много людей. Ты где? Я в постели, дома. Что делала в Новосибирске? В Новосибирске я летала к сестре, летала к родственникам, встречалась с одноклассниками, к любимой племяшке. Милка. Ребятки, я прошу не называть меня так, потому что так меня может называть только моя любимая Анечка Горохова. Года мне. Слишком классная. Не бывает слишком. Когда ты была на проекте, ты ожидала, что у тебя будет столько фанатов? Честно могу сказать, что, находясь на проекте, я даже об этом и не думала. Кто победил? Ты? Ребят, вопрос по поводу... Дружба. Что? Победила дружба. Победила дружба, да. Шикарно. Я сейчас, мне кажется, сплагиатила. Вот это моя девочка. Я болею. У меня даже с этой маской лютая. Что тут? Что ты меня прячешься? Где под крылышко? Болеет. Какое у тебя образование? Ну, нет, образование, я уборщица работаю. Обожаю тебя. Столько фанатов и Анечка Горохова. Что, гора уже здесь? Милосты в финале. Ребятки, все увидите по ходу выпуска серий. Кто-то просится? Там 23 человека просится, но я ни с кем не буду объединять свой прямой. Красивая девочка. Вместе 4-й год уже. Почти 4. Твоя девушка, да, моя девушка. Сохрани, пожалуйста, на работе нет возможности смотреть. Окей, я сохраню прямой. А с Аней Гороховой мы общаемся, но мельком. Дочку Эвелина зовут у нас. Приветик, красотки. Приветик, красотка. Ну, вкусняшно. Угу. Дочка на даче. Михеева это кто? Михеева это Барби. А. Ребят. Мне 35 лет. А что там спрашивают? Угу, сколько мне лет? Много. Ни с Зариной, ни с Барби, ни с Матвеевой. Ребят, я что на проекте, что после не общаюсь. Несколько человек, с которыми я поддерживаю хоть какое-то маломальское общение, это Саша, Настя, у нас была с ней давненько переписка, и Игора. А, и с Диной Егоровой. Ой, да, Диной Егоровой мы созванивались.
Это дочка твоей подруги? Да, моей девушки. Женщина моя любимая. Подруга. Как вы встреч... Да, подруга моя. Дни моих суровых. Как вы встречаетесь? Вы же обе женского пола. Да, действительно. Зай. Охренеть. Как мы с тобой встречаемся? Как вы сдружились с горой? Ребят, а где вы прослеживаете дружбу между мной и горой? Вы так мило смотритесь. Поцелуйтесь, да? Поцелуйтесь. Да просто в губки. Дай мне свет. Что ты скромняшка? Ты чё? Ой. Что ты девушка? Да, точно. Я же леди. Я не могу себя целовать. Как ее дочь относится к этому? Дочка меня любит прекрасно. Все хорошо. Вот вам перевертыш. Блин, мне неудобно читать. А люди хорошо. Я могу поставить. А у нее верхушка головы нет. Чего там? Сколько лет дочке? 11 лет. А дай мне? Да, я буду на нас. А ты брошу? Милос, ну почему? Ну умоляю, скажи, почему не объединишь? А что не объединю? С кем? Эфир. С кем мне нужно его объединить? Ребятки, ну вот эти вот все запросы, ну честно, я не хочу. Как тебя называют, дочка? Медвежонок я ее. Подними бровь. Не могу, у меня маска, ей не видно. А вообще, я же пообещала вам, что с мимикой покончено. Буду спокойная, простая. Да, как 3 копейки. Привет из Молдавии. Молдавия, тебе тоже привет. Эфир будет сохранен. Я же говорю, дочка на даче. Маску сниму, как только она вся целиком застынет. Как она относится к вашим отношениям? Нормально. Да, прекрасно она относится. Ребят, давайте вы не будете однотипные вопросы задавать. Сколько лет мы вместе, сколько лет ребенку, как зовут ребенка. Я сохраню прямой просто и там посмотрите. Смотришь новую серию пацанок или нет? Нет. Зачем мне это смотреть, если я во всем этом принимала участие? Да шучу. Чай или кофе? Кофе. Во сколько ты родила? Ой, спасибо большое, я выздоравливаю потихоньку. Я не рожала, слава богу. Слава богу, что родишь? Да, конечно, я не буду рожать. Милас, давай сходку. Ой, в Москве. 27-го приходи на вечеринку, вам будет сходка. Ой, кстати, часто спрашивают, как мы познакомились. Я обещала рассказать отдельно как-нибудь. Отдельно запишем, да. На годовщину. Можно узнать. 50-летие? 55-летие. Как твоя девушка относилась к тому, что ты флиртовала с мужчинами? Спокойно. Абсолютно. Люблю ее. Она меня. С первого, со второго сезона. Со второго я общалась с кем? С Бурой, с Шаманкой, с Костылем, с Мэри Джам, с Депутатом. Еще общались до вообще проекта. Едите. Мы едим вот такую вот штуку. Это не рекламируй, пошли в попку. Вот какая-то фигня называется зеленика. Здоровый перекус без сахара, консервантов, искусственных добавок, ГМО. Свадьба у нас будет, прошу. Будет свадьба, но не на территории России. Потому что у нас однополые браки, к сожалению, запрещены. Ты же пропагандируешь. Я ничего не пропагандирую. Ты би... Я человек, в первую очередь. Куда хотите переехать? Куда мы хотим, Коша, переехать? Я в Таиланд, а ты? Я в Европу. Но мы будем приезжать друг к другу. Ты почувствовала звездность после проекта? Ребят, я не тот человек, который подвластен вот этой вот звездной болезни. Это говорит тот человек, у которого за ухом 3 звезды. Ну, блин, я себя на самом деле воспринимала и буду, и после этого всего, когда вы все от меня отпишетесь дружно, потому что я стану жутко неинтересной, никому не нужной, я не востребованной. Я себя один хрен буду всегда воспринимать звездочкой. Да, это не хочется. Ты доешь? Да. В Новосибирске будет тематическая сходка. Будет. Ребят, не сходка, будет вечеринка.
Но это уже в начале следующего года. Ребят, для вас это шоу. Для меня это пройден этап жизни, как я уже и писала. Меня там все реальность. Меня сейчас не видит половина присоединившихся, знаешь почему? Ну ладно. Я трогаю. И что? Ну, перестань стебаться. Планируешь ли что-то менять во внешности? Да, эти скорые изменения я с вами поделюсь ими. Омск, тебе тоже привет. Когда будет сходка? Пока точно даты еще не запланированы. Домашние животные? Да, есть, он одно скребется под дверью. Французик наш. В Ставрополе? Нифига себе. Нет, в Ставрополе, я думаю, нет. Ксюша. Часто ссоримся мы с тобой? Нет? Не часто. Раз в день. Это не часто. Ой, да перестань, раз в день. Да шучу. Нет. Раз в год. Да. Стабильно. Сходка в Москве. Ребят, ужасно. Ну, что за слово сходка? Фан-встреча. Просто встреча. Просто вечеринка. Хочешь сменить пол? Мозги хочу тебе сменить. Шутка. Я не грубила, не хамила сейчас. Давай ламинат поменяю на паркетную доску. Давай, да. Поменяем пол. Угу. Да и цвет сари надоел. Угу. Да, поменяем. Как поменяем, пол сфотографируем. Твой любимый цвет. Мой любимый цвет — все оттенки зеленого, а также туда входит мята и бирюза. И нереально люблю красный. Потому что это цвет страсти. Какой был самый драматичный момент для тебя в шоу? Самый драматичный — это конец 8 серии, это выборы, и это тема, и нереальные эмоции, которые я выдала наружу непроизвольно. Тула, я передаю тебе привет. Так, кто из вас артист? Ой, ребят, давайте вы не будете... Можно. Какие ужасные вопросы, просто грязные. Если мы находимся сейчас в постели, это не значит, то, что я вам буду наше чистенькое, прекрасное нижнее белье наружу показывать. Я не ревную нас. Нет, не ревную. Надо знать, что вы меня любите, а я люблю вас. Сладкое любишь. Ну, однако, по моим щекам сейчас заметно, что я на проекте полюбила сладкое очень в объемных, глобальных размерах. Но так вообще в повседневной жизни я сладкое не очень люблю. Ой, я лохматая, я болею. Все одно и то же. Вот интересно узнать, что думаешь о ситуации в Крыме? Ситуация в Крыме? В Керчи, что ли? Наверное, не знаю. Я просто... Ребят, мы не смотрим телевизор. Ребят, я вообще не в курсе новостей. Не читаем новости, поэтому... Нет, единственное, что я смотрю по телеку, и то, по-моему, я один раз смотрела. Это выпуск, какой 9-й был, в кальянной. Ну, а так, ну, вот, серьезно, я даже в поисковике, когда ищу ту или иную информацию, я уж точно не захожу, не смотрю новости. Я единственная из интернета знаю, что там молодой человек какой-то. Молодой человек, студент. Мне сестра рассказывала, студент, он в свой университет забежал, расстрелял. Убито 20, то ли 19, то ли 21 человек, да. Блин, что думаем? Ну, это печально, на самом деле. Но это какая-то американская история, знаете. Это вот, мне кажется, ужасов. С Америки пошло, да. То, что там какие-то неравновешенные люди. Да нет, это очень печально. Что тут скажешь? Да. К сожалению, от этого невозможно. Ребят, по поводу конкурса с бьюти-боксами. Я разместила у себя это на странице. Я оповестила вас. Там была отметка, где проходил этот конкурс. Поэтому вопросы не ко мне. У себя в прямом я ничего не собиралась освещать и давать какие-то ответы на тему победителей. Поэтому я помогла ребятам. Все, моя с своей стороны я сделала все возможное. Там спросили, самое запоминающееся свидание в твоей жизни? Или в нашей жизни, я не поняла. Ребят, по поводу изменений моих на проекте. Это все прослеживается в каждом выпуске. Спасибо. И, ну, блин, это внутренние изменения на самом деле. Во внешности у меня ничего за 4 месяца не могло измениться колоссально. Я изначально заходила туда как на социальный эксперимент, свой личностный. И об этом я тоже писала.
хреново, что вы, конечно... Какая добрая, у тебя баба спрашивает, а ты красивая. Чего? Добра тебе. Кому, мне? Нет, мне. Тебе? Да. Какой любимый праздник? Праздник любимый? Да мне нет любимого праздника. Я не выделяю. Я так похожа на Катю Варнаву. Ей это очень часто говорят, да. Что Зая мне похожа на Варнавушку. Что насчет детей? Вы думаете об этом? Думаем. Думаем. Как вы занимаетесь любовью? Страстно. С любовью. Привет из Кунгура. Уф. Ксения, ты шикарна. Передай, пожалуйста, привет Караганде. Караганда, передаю тебе привет. Катя хорошенькая. Да киса мне тоже как бы дело камшито. У меня день рождения 19 февраля. А кто знает, когда у Ксюши день рождения? Сейчас проверим, кстати, кто как следил. А? Ребят, вам вопрос. Комментарии. Когда у меня день рождения? Смывай, блин, маску, иначе перестанет... А, стянет кожу. Угу. А, мой эксперимент на проекте удался. Знает. Да, девочка. Только Анастасия Борцова. Нет, знает. Раз, а еще два, одна знает. Три. Все знают. Все. Все знают. У пацанки шоу знает даже. Ай, классно. Что кто-то пишет январь. Мимо вообще-то. 30. Ну все, все, я поняла, что вы в курсе. Спасибо. Если встретимся, можно сфоткаться. Безусловно, ловите меня по всей Москве. Я знаю, где она живет. А я знаю, пишите где мне. Ты живешь вообще-то. Пишите мне, я вам расскажу. Конечно. Это будет конфиденциальная информация, где мы живем. Даже год вам написали. Где живешь? Живешь на земле. Под солнцем. Под светом софитов. А, я знаю, чего ты хочешь. Даже я иногда не знаю, чего я хочу. А ты знаешь. Милая, ты секс. Ну, видимо, милость, ты секс. Милая, милость, ты секс. Милость, ты секс. Если не секрет, какого года Яна? 83-го. 83-го, да. Милость, какие подарки любишь? Я вообще ровно отношусь к подаркам, честно. Главное, чтобы они были от всей души. Куришь? Да, кстати, хочу покурить. Но обычные сигареты я вроде как перестала курить. Курю только Айкс. А где мой Айкс? Вот он лежит. Вы в Enjoy встретились? Нет, мы встретились в другом месте. Судьба нас немного иначе свела. Тебе стик дать? Угу. Сделай эфир с горой. Ребят, я безэмоционально, безинициативно отнесусь к этому вопросу, к этому комментарию. Потому что если вдруг мы с горой по обоюдному желанию захотим это сделать, то мы непременно это сделаем. Любишь выпить? Да. Что-то кофе обидно. Садится. Возьми от моего. Как можно бабу любить? Ребят, ты я сейчас нахамлю, но вам, не значит, здесь нечего делать. Не обращай внимания. Почему эта девушка? А почему... Ну, ладно, угу. Без комментариев просто. Наша страна мечты какая? Бора-Бора. Ну, я... Мальдивы. Мой Таиланд. Ну, это не страна. Таиланд? Ну, в смысле, жить где или что? Или куда хотим съездить? Я бы, на самом деле, в Штаты слетала. Я почти везде была. Мне же 35. Поколесила. Ты же, леди, хамить нельзя. Я вообще-то сейчас никому не схамила. Я захотела, но передумала. Ну ладно, посидим. Пожалуйста, передай привет на имя Нармина. Ну, блин, ребятки, давайте с этими приветами, имя, фамилия, да, города. Ну, не хочу.
что я вредничаю. Кто из вас доминант? Собака. Он скребется, доминировать хочет над нами. Властвовать и унижать. Иметь нас. Реально имеет, кстати, много. Поцелуйте, да, поцелуй, боже мой. Все, успокоились? Или как-то нужно более страстно? Покажите малыху. Угу. Сейчас я пойду лицо смывать и покажу вам малыху. Там кто-то пишет. Мне спрашивают, где ты живешь уже, наверное. Фу. Давайте страстно. Ну, конечно. Может быть, еще любовью заняться по вашей просьбе? Твое блюдо любимое. Мое любимое блюдо? Я морепродукты люблю в любом его исполнении. Их. Ты уже все засунул. Угу. Хотела бы стать депутатом. Ребят, я к политике вообще ровно отношусь. Особенно в нашей стране. Люблю Милос. Я тоже люблю Милос. Вы не поверите, насколько. Ты мужик. Конечно. Да. Девушка красивая очень. Как зовут? Ее зовут Яна. Мадам Жули так не успела прочитать. Злюсь, что ты не отвечаешь мне. Продублируй, пожалуйста, вопрос. Я тебе сейчас непременно отвечу. С первой серии ты стала моей любимой участницей. Я тебя так люблю. Это очень приятно. Спасибо. Да, мы живем вместе. С третьего дня знакомства. Милость, о боже мой, я восхищаюсь твоим чувством юмора. И то, как ты разговариваешь. По прическе понятно, кто доминирует. Ну да. Да, ты... у меня же волосы длинные. Жаль, ты не парень. Слушайте, мне вот вообще не жалко. Прям. Почему ты не отвечаешь на мой вопрос? А какой вопрос? Я не ревную тебя никому. Мила, столько 22. Я сама реально поражаюсь. Яна ко всем ревную. Всем ноги вырву. Да перестань. Да шучу. Не всем. А, ты же сама в школу леди, чтобы выиграла, ведь леди не должны быть в одном... Боже мой, ребят, я... Меня сейчас разорвет. Да ну что ты, по поводу ориентации на проекте, еще раз говорю, я не буду ни свою комментировать, ни девочек. И уж точно на проекте не меняют ориентацию, если вы даже я пришла... друг для друга. Спасибо. Нетрадиционный. Я болела за тебя с первой минуты серии, ты крутая. Братюня. Пожалуйста, не меняй. Спасибо. Братюня. Я не понимаю, что там ты игноришь. Угу. Твоей девушке тоже не жалко. Что-то я пропустила. Я тоже. Терпение, только терпение тебе. Спасибо. Вот по поводу терпения, оно мне не помешает. Смотрю, пацанки только из-за Ксении. Да не поверьте, я тоже только из-за себя их смотрю. Я меломан. Определенного какого-то любимца исполнителя у меня нет. И единственный, который жанр я не люблю, я уже отвечала на этот вопрос, это шансон. Просто бу. Ты действительно такая же в жизни, как и на проекте? Да. К сожалению, да. Почему к сожалению? Ну или к счастью, наверное, к счастью. Кто больше всех изменился на проекте? На проекте больше всех изменилось сначала и... В общем, интрига, ладно. Сами увидите. Ксюша, приедешь в Украину когда-нибудь? Если да... то ура. Возможно, когда-нибудь, но это не точно. Так же, как и со всеми другими обстоят городами дела. Я же не могу знать, когда и куда. У нас... Мне кажется, я стала лесбиянкой. Лесбиянка не становится, девочки рождаются. Угу. Я вот прирожденная лесбияночка. Лесбияночка. Я лесбиян вообще, я девушек люблю. Это вейп или что, вы курите? Это Айкос? Айкос. Нет, реклама Айкос, пиши не в попку. Да, у меня она везде. Спасибо за эмоции. Этот проект был этот сезон был бомбическим. Согласна. Я даже вам не рекомендую смотреть четвертый сезон, потому что я его смотреть точно не буду. Да ладно, будем. Не буду я смотреть его. Я буду смотреть. Нет. Я тебе не дам смотреть его. Там... Что можно еще хлеще придумать? Куда еще суть была? Я ужаснее? Пойду на четвертый сезон. Ты пойдешь? Да. Давай, заполняем анкету. Сейчас я на лысо побреюсь только. Татуировки у меня есть.
Матом только надо ругаться. Да. Сильно. Да, и что там еще надо делать? Пить. Ну, все не про тебя, в общем, Кош. Да ты уже готовая леди. Тебе на подиум, я тебе сказала, надо идти проверять свои творческие потенциалища. Поцелуйтесь. Угу. Сейчас. Да блин, так игнорить вопрос. Я не поспеваю за всеми вопросами. Третий сезон самый лучший, согласна. Тебе говорят, иди на проект. Мне? Меня не возьмут, девчонки, я по возрасту не прохожу уже. Мне уже поздно меняться. Да. Я для них древняя, как мамонт. В какой школе училась в Новосибирске? В 13-й. Под моим любимым. 13-й год выпуска. Моя в 13-м году выпустилась, да. Какая порода собак? Французский бульдог. Либо доберман. Привет, привет, всем привет. Почему с Горой не подружились? Ну, ребятки, мы с Горой очень разные. И, ну, сначала было первой серии понятно, что мы не сойдемся с ним просто тупо характерами. Тебя спросили? Мы из другого, вообще, из других миров. Тебя спросили, каким как спортом? Дела с мамой после проекта? С мамой все хорошо, дела наладились с мамой. Сдавала ЕГЭ, конечно, сдавала. Кто выиграл в пацанках? На этот вопрос я не отвечаю. Кошки нравятся? Я, в принципе, всех животных люблю. Ну, это заметно, да, было по поросятам, тарантулам, крысам. Что значит вот это слово? Какое именно? Ответь. Какое слово? Вот, вот, вот. А, шиперят, это сводит. А. Как вы познакомились? Я отсталая просто. Пацанок, смотрю только за тебя. Спасибо, это очень приятно. Милос, не молчи. Да не молчу, я и так птицу говорю. Мне уже надо эти маску снимать. Какой институт ты заканчивала? Я вышку забросила. Я предпочла другим заниматься. Мама приезжала к тебе в гости. Это интрига, я не буду спойлерить. Любишь читать? Конечно же, люблю читать. Что по мне непонятно, по моей речи. Когда ты мыла поросят, это очень мило. Да, мой родной город Новосибирск. Там я родилась, и в 15 лет я оттуда чалила. А ты будешь делать дреды? Нет. Зачем? Нет. Сколько вы встречаетесь? 4-й год. 100% ты в тройке будешь. 100% я выиграю. Шутка. Мама тебя понимает в плане ориентации? У нее нет другого выбора, кроме как не понимать меня. Она либо принимает, либо нет. Так, после проекта вернулась к себе на работу? Нет. Нет. После какого класса ты ушла? 11 классов, за спиной. Все хорошо с этим. Спасибо. Какая ты клевая. Смотрю, ради тебя такая уверенная в себе. Ты бомба. Сейчас взорвусь. Какая была самая сложная психология? Самая сложная психология была... увидите. Москву увидите. Смой. Да иду я смывать. Сейчас, боже мой. Но вы же здесь. Я с вами. Милос в деле, толпа на пределе. Яночка, где ты работаешь? Интрижка. Она начальник умывалок. Я уборщица, она за мной следит. Боже мой, какое ужасное отвратительное слово. Елена 3891. Я прошу вас завершить прямой эфир. Ты считаешь, что эта психология помогала? Она помогала тем, кто нуждался в ней. Реально. Я к психологам отношусь со скептицизмом. Ты что, кашляешь? Я ж болею. Ну так я... За компанию? Да. Поддерживаю тебя во всем. Иди, умывайся. Чучело, боже мой. Да не обращай внимания, боже мой. Да я не обращаю внимания, просто долго еще будет идти эфир. Я думаю, нет, недолго. Ксюша, если бы ты вернулась, что? В 8-ю серию ты бы стала голосовать сама за себя? Если бы я вернулась в 8-ю серию, то я бы не стала голосовать за себя. Хоть я и была сама выдвиженцем. Я бы за тебя проголосовала. Я знаю. Боже мой, какая ты красивая. Спасибо. Писюшки.
Сыночка пошла укладывать. Приятных снов, сыночка, тебе. Сыночку, да, приятных снов. У тебя хорошая память. У меня память очень избирательная, могу так вам сказать. Но проблем с ней нет. Пишут чушь, гомофобы, а стыдно почему-то мне. Ну, ребятки, не стыдитесь. Не жалеешь, что пошла? Ни в коем случае. Нет. Прикольно танцует мальчик. Какие отношения с горой? Нет никаких отношений с горой. Почему? Просто общение, все. Ксюш, где найти силы на изменения внешние? Боже мой. Эликсир этого... Желание? Я не знаю. Да, наверное, желание. Ну, уверенность. В себе и в том, что тебе плевать на мнение окружающих. С преподами общаешься. Нет. Ты ушла с пацанок? Ребятки, я... Проект уже отснят. Милость, ты с Яной добрее. Да, потому что Яна буддистка. Ну, ребятки, во-первых, как бы да, Яна буддистка у меня. Во-вторых, я дома, я в семье... Сейчас вы то, как вы меня видите, надеюсь, больше меня не увидите. Ну, нет. Потому что пусть Милос будет в ваших глазах тем же самым человеком, который и был в самом начале. Мимика Милос — отдельный вид искусства. Согласна. Буду преподавать, скоро курсы открою. Мимика Милос. Господи, Яна, сколько тебе лет? Мне 35 уже. В интернете вот такими буквами висит мой возраст. Жанна Кунилингвистка. Это Жанна Кунилингус. Жанна Аратов. Встречалась с парнями? Нет, с парнями не встречалась. Слава богу. Когда вы первый раз увидели друг друга? 16-го. Нет, раньше. 16. Нет. А, первый раз? Это было, сейчас скажу, 12 июня 2015 года. 12 июня 2015 года. Как назвать собачку кобель? Назови Диор. Потому что у нас Гуччи. Вам запретили говорить, кто выиграл в пацанках. Ребят, это конфиденциальная информация. И я лично от себя не хочу нарушать условия. Где первый раз встретились? Мясницкая, дом 13. Потом он переехал это заведение на 15. Да? Да. Обалдеть, ты помнишь? Да, гора победила. Ребят, победила дружба. Победила я. Дружба. Жигули. Нет, месье Жулен не вернули, мадам Жигули. Ксюша, ты добавила, что, добивалась Яну или у вас сразу все взаимно? Ребятки, это искра, это любовь с первого взгляда. У нас все в унисон пошло с первой недели. Не именно Милос, а обе. Вот именно. Вы две мне очень нравитесь. От вас идет энергия, уют и тепла. Берегите друг друга, пожалуйста. Спасибо, непременно. Почему не отрастишь волосы? Вот сейчас занимаюсь отращиванием. Буду косы ей заплетать. Да, а потом, может быть, дреды сделаю. Вы же попросили. Какие дреды? Ну, там просят же. Я обычно все делаю то, что меня просят. Ну, там мимику угомонить, утихомирить свою. Поэтому ты маску нанесла? Да. Говорят, с лицом проблема. У кого? Не знаю, правда, откуда они. Сколько встречаются? Да, вот видишь, специально прикрылось лицо. Яна симпатизирует гора. Кстати, как ты относишься к горе? Яна просто чувствует отношение горы истинное ко мне, и она просто его чувствует, и все. Просто да. Маска-то высохла, лапуля. Лапуля. Лапуля, умыться пора. Да и сейчас я иду. Верни мимику. Нет, не верну. Вы же просили угомонить ее, утихомирить. Милюсенок. Тебя назвали Милюсенок. Снимай почаще эфиры, плиз. Хорошо. Ребятки, гора победила. Барби победила. Победила ли Саша, Настя? Победила ли Милос? Я вам ничего отвечать не буду. А в Новосибирске ходила в какой-либо клуб? Нет, я ходила в несколько кальянных за вечер. 3, по-моему, даже было. Вы любите друг друга? Конечно же, любим. Конечно, любим. Глупый вопрос. Дратуйте. Дратуйте. Как ваши родители относятся к вашей паре? Хорошо. Все мои родственники поддержат мой выбор. Вместе до конца. До победного. Милос победила. Я так и промолчала. Усомнилась. Нет, я не усомнилась. Я просто подумала, до какого конца.
Конец, он где? Что у нас свет меняется, кстати? Привет, привет. Здравствуйте. Я не поняла, 9-я серия только... Чего? Не поняла. Да блин, сколько серий смотреть, какая разница сейчас, кто выиграл. Что означают твои амулеты? Они означают много чего. Секрет. Фирма. Кто вас готовит? Ну, точно не я, ребят. Я к кухне вообще вот так отношусь на вытянутую руку. И... На кухне должна быть одна женщина. И это не я. Да, Ксюша, может, только кофе налить? Да, кстати, очень так вкусный кофе. Так вот на кофемашине так кнопочку нажать. Потом молочко вспенится. Да, и кофе наливается. Милас. Да вместе, вместе. Ёшкара Ола. Скучаешь по Магадану? Нет? Я там не столь долго прожила, 11 месяцев всего лишь. Рядом котик мяукает. Конечно, это же я мяукаю. Я же. Ты киса. А тут про котика спрашиваю. Так, ребятки, ладненько. Я вас всех... Отдавай мне их, люблю. Умывайся. Нет, я не хочу больше в прямом эфире сидеть. Так ты не сиди, отдай мне. Нет, не там. Все, мы с вами прощаемся. Быть может, завтра, либо на денечках еще с вами пообщаемся. Выйдем в прямой. С моей поэтому... страницы. Да, с твоей страницы, окей. Мне не имеет значения. Вот. Поэтому желаю всем хорошего вечера, прекрасного времяпрепровождения. Я, может, поболтать хотела. Нет, все, хватит. Со мной будешь болтать. Ревнует ревна. Меня. Все. Отдай всем я, не видишь? Отдай мне. Иди умойся, нет, и я поболтаю пока. Нет. Ну что тебе? Я не буду ничего говорить. Нет. Стоп, стоп. Ну, пожалуйста. Все, ребятки, я еще раз говорю, сладких снов. Не пускай. Завтра пообщаемся. А что ты жадничаешь? Лиза, послезавтра. Да потому что все, ты моя. Я ничего им не скажу. Да меня не парит то, что скажешь ты им или нет. Все, целую. Пока. Всем пока.